Глава региона в рамках рабочей поездки в Димитровград посетил семью Яшиных, заключивших социальный контракт. Сергей Морозов вручил детям подарки, поучился мастерить пряники, а заодно предложил сделать городским брендом имбирное лакомство, изготовлением которого занимается вся семья. Может быть, и герб Димитровграда с тремя соснами. То есть это рисунки, которые могут быть вообще... А дальше у нас приезжают люди в Димитровград в гости. И они могут вот эти вот подарки... То, что вот она, то, что вы предлагаете, супер идея. Я говорю о том, что в Димитровграде, по большому счету, вот сейчас у любого из нас спроси, ну какой сувенир, который является брендом Димитровграда? Никакого. Любят мультфильмы, занимаются спортом, готовят пряники. Все это можно сказать про семью Яшиных из Димитровграда. 4 года назад многодетная мама Вера с рождением 3-го ребенка в семье задумалась о собственном деле, поскольку хотела больше времени посвящать своим близким. Решение в скором времени пришло само собой, поскольку мама оказалась творческой натурой. Вечерами Вера с малышами мастерила поделки в детский сад и школу. Затем перешла на съедобные продукты. Увидев несколько статей в интернете, и дело пошло. Мы как-то решили с детьми порисовать. Увидели в интернете и решили порисовать вместе с детьми прянички. Нам это очень понравилось. И потом начали рисовать же не только как бы бублики и там звездочки. В интернете стала смотреть, и для тортодельниц я уже стала рисовать топперы в торт, мультяшек разных. И это всем очень понравилось. И стали покупать люди. Стала востребована моя продукция. В июне этого года многодетная семья оформила соцконтракт и получила 90 тысяч рублей на развитие собственного производства. На эти деньги Вера вместе с супругом приобрели специальный принтер и мини-пекарню для изготовления пряников и ручной росписи. В ближайшее время семья планирует найти подходящее помещение для проведения мастер-классов по выпечке пряников, ну и, конечно, наладить сбыт продукции за счет контактов с местными предпринимателями и магазинами. Как известно, время и труд все перетрут. В этом на своем примере убедились Яшина вместе с 600 жителями региона, которые уже реализовали социальные контракты. Социальный контракт – это поддержка семей, прежде всего, многодетных, малообеспеченных, для того, чтобы семья позволила себе развивать себя в плане личного подсобного хозяйства или индивидуального предпринимательства. На сегодняшний день у нас более 600, в прошлом году, 642, если точно было, контракта заключено в прошлом году по области. К сожалению, в Димитровграде всего лишь было 2 контракта, но мы эту работу усилили и точно индивидуально подходим к каждой категории, и на сегодняшний день уже в Димитровграде 14 социальных контрактов подписано. Уже 5-й год в регионе действует инициированная губернатором мера поддержки населения как социальный контракт. Также в области с 1 по 7 июля стартовала неделя национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках нацпроекта в регионе действуют 5 региональных программ по следующим направлениям: популяризация, акселерация, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию и созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ул-Правда ТВ.